Всем доброго времени суток, дорогие друзья, дорогие подписчики, с вами Саня Электрик, и мы про... Не могу так. Не заражайся на этот звук, у меня сделать ремонт. Да блин. Ух ты. Заебись. Конь пришел еще. Я даже не знал, что так можно. Позвать коня. Сударь, да вы упоротый. О, наконец-то, хотя бы какая-то стенка. Разве она не красавица? Я впечатлен. Новые люди приходят каждый день. Парни стараются вовсю. Вот здесь имена лучших бойцов. Докажешь свое мастерство. Окажешься в первых строчках. Хм. Я не должен быть уже первым. Внизу бьется Джан. Хочешь похвастаться силой? Участвуй в боях. А мне пора. Может, мне испытать народ? Я поставил одного из бойцов. Где Бартоломео? Внизу смотрит на бой. Он такой агрессивный. А я предпочитаю мыслить стратегически. Возьмем, к примеру, этих голубей. Каждого послал Макиавелли, прикрепив имя влиятельного тамплиера. Устранишь их, и эффект будет сильнее, чем от победы в сражении. Спасибо за объяснение. Вы можете попросить Бартоломео навестить меня на Тиврском острове и сообщить о том, где находятся Чезаро и Родриго? Ненавижу. Соседи, блин. Врач, привет. Привет, друг. Привет. Продать предметы? Ух ты! Все можно продать. Я даже не знал. Все. Auf Wiedersehen. Это по-французски. Ух ты. Лекарство. Давайте мне еще одно лекарство. Держись подальше от колющих предметов. Ладно. Офигеть, сколько у меня денег, а? Я даже не знал, что так можно. Коник, ты здесь? Ну, слава богу, мой верный друг. Ну что ж, прокатимся. Бай-бай! Прокатимся на пролом. Привет, мужики. Ладно. Пойду дальше пешком. Интересно, он сюда придет? Воу! Привет. Блин, соседи. Хорошо, что время можно на конях передвигаться. Хорошо. Что новые тарифы на индульгенции вынесены для ознакомления на дверях всех церквей города. О господи, опять этот звук.
Им бы свет подключай бы, что они там ремонт не делали. Здесь я верно иду. Ну почти верно. Извиняйте. Такая уж ваша судьба. Извиняйте. Тоже ваша такая судьба. Черт! Блин, мне нужен был. На тебя. Не делай этого, пощади меня. Я беспощадный. Это тебе за Марио. Это всем будет за Марио. Ладно. Давайте еще лучших хренов. Все отлично. Никого не боюсь. А тут еще точка обзора. Ну, слава богу. Давайте я подумаю, на точку обзора пойдем. Блин, нельзя тут как в Assassin's Creed 2, как он научился прыгать, блин, а тут уже что, забыл? Привет, мужик. Пока, мужик. Падай. О, это чувак, кому набить? Это зря, мужик. Слышь ты? На точку обзора и спалить эту гребаную башню. Вы же не возражаете, ребятки? Блин, эти соседы, соседи мне вообще. Все пока отлично. Точки обзора нужны. Потом спалю. Наконец-то. Что они там делают? Чё, ремонт какой-то у них по-любому. Начинать бесить.
Вроде на контрольная точка. Ну, слава богу. Нам еще к туда. 200, ну 300 почти метров было. Но мы ничего, мы справимся с этим. Ох! Сейчас отсюда мы выйдем с ванны. Ну, так сказать, с ванны. И побежали. Бежим, 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 бежим. Надо покупать такой микрофон, чтобы выключить и включить. Либо купить такую мышку, которой можно забить на кнопку на фрапс и... И там зажал и говоришь. Услышал какой-то звук, или там что-то мешает. Кнопку не жмешь и не записывает твой голос. Вот, надо так сделать, блин. Почти там. Почти там. Я даже вижу банки. А где этот банк, блин? Перед золотой парчой трудно устоять, не правда ли? Забрать деньги. Мне бы... А что у вас тут есть? Сумки. Отличный выбор, сеньор. Твою! Ещё! Отличный выбор, сеньор. Деньги верни. Блин. Пиздец, я не посмотрел цену, и теперь сам... Я сам виноват, я не посмотрел цену. Ё-моё. Эцио, Лавольпе, какая неожиданность. О. Но зачем я тебе понадобился? Кажется, я знаю. Ты все знаешь. Тебе нужны мои шпионы. Помоги мне. Тебя, следовательно, и Макиавелли. Ну уж нет, он предатель. Серьезное обвинение, особенно из уст вора. Он был послом в Ватикане и прибыл сюда по приглашению Чезаре. И я знаю, что он покинул тебя незадолго до нападения на виллу. Может, Макиавелли не всем нравится, но он ассасин, а не предатель. А кто знает? Неубедительно. Эцио, а вдруг так кажется? О, сейчас у него встреча с кем-то в Траствере. Не хочешь пойти со мной? Пойдем. Было бы интересно, ребят, если он предатель, кажется, я таких предателей... Да, тогда он странно ушел, покинул нас. Действительно странно. Возможно, это из-за него на нас напали и забрали яблоко. Он не сильно странно удивился. Ох, если я узнаю, что это он сделал. Ох, если дадут игре его убить. Ох, как я его... убью. Лошадь. Ну, слава богу, ты здесь, мой скакун. Иди сюда, дорогой. Черт. Давай проедемся. Мой верный друг. У нас серьезный разговор будет, если что. Идите, люди. Блин, извини, но дальше без тебя. Я тебе, если что, позву. Деньги! О, что так лагает? Что ты так лагаешь? Ни хрена не пойму. Что за хрень? 12, 11, 10, 5, 4 FPS. Так, спокуха, спокуха. Так, да что это? Что случилось? Чего так оно виснет? При том, как я иду, оно виснет, а так нормально. Бля, что случилось? Так, ладно, пошли. О, о! Какое-то проседание что-то
было, не пойму. Да FPS не проседай, бля. Что случилось? Что случилось? Ну, смотрите, стою 50 FPS, иду 20 FPS. Не может наверх? Ведь не сюда. Походу на самый верх. О да. Блин, достали. О, 25-12. Что ты на это скажешь? Да что за... На помощь! Вольпе, мой сын Клаудио ранен! Они застрелят его. Эти мои. Иди, твои остальные. Окей. Не дайте ему уйти! Мерда! Что за это? Я тебя поддержу! Я хочу умирать! Стой на коня! Ну стой, чувак. Что? Прячься от стражников. Я не могу. Они убьют меня. Делай то же, что и я. Да, делай то же, что же и я. Возьму меч на пожар, всякий случай. Что это было? Ты можешь вылезти? Черт. Любопытно. Как нам туда добраться? Нельзя пойти пешком. Если кто нападет, я тебя освобожу, чувак. Блин, тебе еще звуки, блин, бесит. А чем вообще занимается собой? Давно бы могли уже очистить. Блин. Блин. Иди за мной. Иди за мной, чувак. За мной! Бегом! Бегом! Черт. Все, нам сюда. Ко мне. Клаудио! Блин, такие звуки бесит. Ты пока не высовывайся. Интези? Че ФП спросила? Не понял. Вижу, плакаты развесили. Так срывай их. И можешь подкупить глашатаев, чтобы они замолчали. Или можно убрать свидетелей. Хм. Ты умеешь исчезать. Убирать... Да, надо... стать неизвестным. Блин, бесит как, а? Он должно быть опасный. Она должна быть красавица. Ага. Он все мои деньги заберет. Бля. Минус 500. После недавнего пожара в
Свиная чума забралась из компании. Жизнь не видел такого страшного человека. Поэтому сенат пошел на крайнюю, но необходимую меру. Все. Жители города, которые держат свиней, должны как можно быстрее забить их везде. Бегим по заданиям. Мой скакун, ты меня ждал. Пошли. Аспетта. Казалось, что там сундук. Andiamo. Что-то все так медленно. О, блин. Ладно. О-о-о. Спрыгай, чувак. Блин, чё за хрень? Почему FPS проседает так быстро, часто? Чё за хрень? Я не пойму, было всё норм... Блять. Блять, эмоции. FPS, почему ты проседаешь, а? Неужели опять драйвера грёбаные, а? Ну и ночка выдалась. Вольпе, послушай меня. Забудь о том, что мы видели. Макиавелли не причинит тебе вреда. Точно говорю. Спасибо за то, что спас Клаудио. Если ты ручаешься за Макиавелли, я поверю тебе на слово. А как поживают воры? Я собирался отремонтировать это старое здание. Раз уж мы действуем заодно, то взгляни на эти планы. Нужно, чтобы Борджи ничего не заподозрили. Пусть это здание будет похоже на таверну. Да. Хорошая мысль. Значит, так и сделаю. У меня денег нету. Как в этом углу мы сделаем раму? Поставим в это окно. Так. А, ну, денег, вижу, и не нужно. Или тут будут минусы. Тысяч. Спасибо. Заходите еще. Ага. Зайдем. Надо деньги. О! Добро пожаловать, Эцио. В Ла Вольпе Адорментата. Отличная работа, Вольпе. Я уверен, что никто ничего не заподозрит. Руководить гильдией я буду отсюда. Заходи, когда захочешь. Время от времени я буду давать тебе задания, которые помогут нашему делу. Я вижу, твои воры соревнуются друг с другом. Если хочешь, можешь поучаствовать. Покажи им, на что ты способен. Надо бы здесь испытать один раз. Да, чуть не забыл. Здесь играют на деньги. Превосходный источник дохода. Ведь у нас стражники всегда проигрывают. И еще. Я хочу, чтобы твои люди нашли яблоко. Его у меня забрали. Мы уже прочесываем город. Деньги, говорите. Чего узнаешь, приходи на Изола Тиберина. Хорошо. Двойной агент. Не давая себе обнаружить уровень известности. Заиграем в кости? Давай попробуем. Ля-ля-ля, шанс. Угу. Ставка. Ладно. Давай повысим ставки. Ладно, на 5.
но в другой раз. Твою мать. Проиграл. Чё тут? Ну, денег нормально. Ну, а теперь туда. Понял, лошадь. О, ну вот ты где, ты. Ладно. Во-во-во. Пойду. Привет, мужики. Может, этого обокрасть? Нет, не получится. Побежали. Сейчас мы нырнем. Не получилось. Нормально нырнуть. Ладно, пошлите нам. О! Недалеко. Я вижу. Есть. Чёрт. Потом как-нибудь изучу. Потом. Вот надо было в прошлый раз сделать изучение. А то купил большую сумку и... И деньги, почему можно сказать, просрал. А разве это законно? Ой, просрал деньги, ёкалы-мыны. Опять проседание. Так, а что тут у нас? Нам сюда. Может, где-то сюда? О, да. Интересно, где Леонардо? О! Макиавелли, нужно поговорить. Да. Один из моих людей сообщил нечто очень важное. Мы знаем имена нескольких агентов, которым Чезаре поручил наводить ужас на римлян. Как мне найти их? Я могу указать тебе направление. Советую осмотреть бедствующие кварталы. Возможно, кто-то из горожан наведет тебя на след. Мой агент продолжает поиски. Ты узнал это от одного из стражников? Да. Откуда ты знаешь? Просто догадался. Грация. Клаудио, Бартоломео и Лавольпе ждут тебя внутри. Не понимаю, как тебе это удалось? Верту, Макиавелли. Верту? Про ФБС не проседай ты так. Что вы узнали? Этот бастардо Чезаре сейчас в замке Сант'Анджело вместе с папой. Мои шпионы сообщают, что яблоко передали одному изобретателю для изучения. Теперь я пытаюсь установить его личность. Катерину должны перевести в замок Сант'Анджело на следующей неделе. Бене, значит, замок.
Рим быстро оживет, если мы избавимся от Чезаро и Родриго. Если мне выпадет случай устранить их, я воспользуюсь им. Не ошибись, как тогда в сокровищнице. Их необходимо убить. Я поддержу Макиавелли. Не будем ждать. Бартоломео прав. Они должны заплатить за смерть Марио. Вот не вот. Волнуйтесь. Они умрут. Даю вам слово. Когда Эцио дает слово, оно... Ох. Ну что ж. Давайте посмотрим настройки. Что у меня в настройках? Настройки, графика, средние. Ладно, качество 3D мы смечим на 3. Почему у меня такая настройка вообще стоит? Я не знаю. Ну. Может кровь отключить? Сеньор Эцио, я представляю объединенные ресурсы Бартоломео Альвиано, Клауди Аудиторе и Ла Вольпе. Через моих агентов в городе вы сможете снабжать деньгами любую область подполья. По всему Риму развешаны объявления о продаже домов. Когда вы ремонтируете или покупаете дома, рента от них поступает к счетоводам, которых можно встретить в каждом квартале. Molto bene. Да, спасибо, мужик. О, 100% синхронизация. Опять последовательность завершена? Третья. Такая короткая. Жаль. Ну вот мы дошли до последовательности 4. Или опять что-то будет. Дезмонты всякие. Хотя нет. Нажмите А, чтобы захватить Церс. У нас еще есть 2 минутки. Ладно, давай уже закончим. Хотя нет, 2 минутки, ладно. Хотя... О, сейчас вот это пройдет. Последовательность 4 логово воров. О, я помню эту музыку. Ладно. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Саня Электрик. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.